Да, я понял, что это за звук. Кажется, я понял, когда у меня немножко отрубается стрим. Сейчас, может, опять чуть полагает, а потом будет окей. Сейчас, думаю, восстановится Титан. Или ты имеешь в виду Twitch, как сервис опять упал? Ну, Вайпер отличная комбо, он уже, по-моему, играет свою игру. Кстати, камень он потратил строить где-то замок. Это Вайпер. Где у тебя замок? Уже 5 там центров у Вайпера. Мне кажется, он будет какие-то. Поехали. 97 крестов на 79. Ну, Вайпер опять там центров у зубы всего 3. Реги далеко не все. Только сейчас просто интересно, будет ли здесь воевать как-то до конца? Похоже, да, планирует воевать. Знаешь, что у него 5 центра, и знаешь, что он очень скурат, занимается популярным. Дурочка, и здесь две башни, там центр. Но, тем не менее, все равно выигрывает. Да, сейчас пока кони живы, если он собирается их слить, нужно продолжать стрелять конными лучниками. И где будет строить замок? Ну, не решился Вайпер агрессивно его строить. По-моему, как раз было бы в теме, потому что Зупи сейчас может выиграть бои только те, которые под стрелами башни и таунсендра, а этот замок вот как раз захватил где-то высоту. Сто 11 крестов на 70. Да, Зупи теряет крестов. Они у него не работают. Ну, здесь Клера, Виндай, Вайпер. Замки будет, наверное, как монгол варе переходить в постым и выносить. Да, вымп, конечно, не в замке. Интересно, здесь Вайпер будет контролировать золото, ну или просто пойдет на горку. Кстати, да, Вайперу логично было бы уже раньше сюда подняться, туда, где нет башни, нет таун-центра. Нормально, да, замок достроил одним таун-центром, а вы еще говорите, что Вайпер не топ в ДМе. Только ДМ расстроил замки одним таун-центром, ой, одним крестом его. Может быть, сыграю, а может быть, нет. Пока не могу сказать, зависит от того, будет ли оппонент. Хочет Вайпер воевать до замков, сейчас найдет вот этих вот крестов. Видит он золото? Нет, не видит, рандомом прибежит. Удачно, однако. Все, теперь все будут говорить, Вайпер смотрит стрима. Да, держи. Что ж, Вайпер побеждает 3-2, после слива 0-2. Довольно неплохо.